эти несчастные люди? Сказал великий гоблин. Гномы. И это сказал один из водителей, потянув Бильбо за цепь так, что он упал вперед на колени. Мы нашли их укрывающимися на нашем крыльце. «Что ты хочешь этим сказать?» — сказал великий гоблин, поворачиваясь к Торину. «Убийцы и друзья эльфов. Что ты хочешь сказать, Торин гном?» «К твоим услугам», — ответил он. «Мы укрылись от бури в том, что казалось удобной пещерой. Ничто не было дальше от наших мыслей, чем неудобство в гоблинах в любом случае», — сказал великий гоблин. «Так ты говоришь? Что ты делаешь в горах? Куда ты направляешься, Торин Дубощит? Я и так слишком много знаю о твоем народе. Давай говорить правду, или я приготовлю для тебя что-нибудь особенно неудобное. Мы отправляемся в путешествие, чтобы навестить наших родственников, которые живут на восточной стороне этих поистине гостеприимных гор», — сказал Торин. «Он лжец». «Какой потрясающий», — сказал один из водителей. «Несколько наших людей были поражены молнией в пещере. Они мертвы, как камни». Кроме того, он не объяснил этого. Он протянул меч, который носил Торин, меч, который достался ему от тамошних троллей. Великий гоблин издал поистине ужасный вой ярости, когда посмотрел на это, и все его солдаты заскрежетали зубами, ударили щитами и растоптали убийц и друзей эльфов. Кричал великий гоблин: «Режь их, бей их, хлещи их, прогоняй их в темные норы, полные змей, и никогда не позволяй им снова увидеть свет». С криком он бросился за этим. Как раз в этот момент все огни в пещере погасли, и большой огонь взорвался, превратившись в башню синего светящегося дыма до самой крыши, разбрасывая пронзительные белые искры. И все это среди гоблинов. Вопли и бормотание, кваканье, невнятная болтовня, вой, рычание и проклятие, визг и удары, но последовали. Внезапно меч сверкнул в своем собственном свете. Бильбо видел, как он прошел прямо сквозь великого гоблина. Он упал, и солдаты-гоблины повели его перед мечом, крича в темноту. «Следуй за мной быстро», — произнес свирепый и тихий голос. Прежде чем они поняли, что происходит, они снова побежали рысью с Бильбо в конце очереди. Бледный свет вел луну. «Быстрее, быстрее», — сказали мальчики. «Факелы скоро снова зажгутся». Тогда Гэндальф зажег свою палочку. Конечно, это был Гэндальф, но в тот момент они были слишком заняты, чтобы спросить, как он туда попал. Он достал свой меч. Снова и снова оно вспыхивало в темноте само по себе. Он горел яростью, которая заставляла его сиять. Если бы гоблины были сейчас поблизости, это было так же ярко, как синее пламя, от восторга при убийстве великого повелителя пещеры. Не составило никакого труда разрезать цепи гоблинов и освободить всех заключенных как можно быстрее. «Мы все здесь?» — сказал он. «Дай мне посмотреть». «Да, да, но где мистер Бэггинс?» «Вот мистер Бэггинс. 14, ну, это может быть хуже, а с другой стороны, это может быть намного лучше. Ни пони, ни еды, и никто толком не знает, где мы находимся. И орды разъяренных гоблинов сразу за ним. Мы идем дальше, чтобы приблизиться даже к взмаху ног гоблина, многих-многих ног, которые, казалось, только что завернули за последний угол. Позади них в туннеле виднелось мерцание красных факелов. Гэндальф отстал, и Торин с ним. Они повернули за крутой угол около поворота, он закричал: «Обнажи свой меч, Торин!» Больше ничего.
ничего нельзя было сделать, и гоблинам это не понравилось. Они с криком выбежали из-за угла и увидели гоблинский тесак и вражеский молот, холодно и ярко сияющие в их изумленных глазах. Те, что были впереди, уронили свои факелы и издали один крик, прежде чем их убили. Те, кто был позади, закричали еще сильнее и отскочили назад, сбивая с ног тех, кто бежал за ними. Кусачий и загонщик, они кричали, спасая свои жизни. Гномы снова пошли дальше, далеко вперед. Но гоблины потушили свои факелы и надели мягкую обувь, а их самые быстрые бегуны с самыми острыми ушами и глазами побежали вперед так же быстро, как ласки в темноте. И почти без надоедливых товарищей. Совершенно неожиданно Дори, которая теперь снова шла сзади, неся Бильбо, была схвачена сзади в темноте. Он закричал и упал, и хоббит скатился с его плеч в темноту, ударился головой о твердый камень и больше ничего не помнил.